Речь идет о нашем соотечественнике Олеге Сенцове, кинорежиссере, который был задержан в Симферополе, которому инкриминируют подготовку террористических акций, и сейчас он находится под стражей в Лефортово. С Олегом Сенцовым я познакомился несколько лет тому назад на Одесском кинофестивале, куда он привозил свой замечательный фильм «Гаммер». Олег не террорист. Олег человек, который очень сильно любит свою землю и мечтает, чтобы на этой земле было место всем. Он порядочный человек, а место порядочного человека не в тюрьме. Мы все, люди искусства, очень рассчитываем на то, что гуманизм победит и добро обязательно восторжествует. Поэтому обращаюсь ко всем, кто может быть причастен к освобождению Олега, кто может помочь. Давайте вместе сделаем так, чтобы у Олега была возможность снимать свои замечательные фильмы. Пожалуйста, давайте прекратим страдания и вернем отца детям. Вернем режиссера искусству. Вернем гражданина его государству. Прошу всех нас объединиться и сделать все возможное для того, чтобы Олег Сенцов вернулся домой. Свободу Олегу Сенцову.